Всем привет! 19 ноября. Мороз сегодня ударил 8 градусов. Ну, может, ночью здесь в речке был, на доме было 5. Ну, интернет показывает 8, где-то так и было. Речка стала в некоторых местах, нашел место, где льда нет. Видать, или затышек, или вот это микроклимат, тут посадочки, гора сверху, ну, сбоку. И, короче, тут льда нет. На спиннинг вчера лазил, позавчера лазил. На спиннинг вообще отказываются брать. Пробовал все, и силикон, и воблера все пробовал. Вообще ноль, там один тычок был и все. Решил сегодня выплыть на кружки, попробовать, что с кружками, как дела будут обстоять. Короче, смотрим, что с этого получится. Вперед, расставляться. Морозец, хорошо. Вообще классно. Утро бомба, тихо, вообще ветра нет, но обещают там 10 метров в секунду, ну, то есть такой умеренный ветер. Окунек, вижу, уже гоняет, или щучка, ну, что-то он малек разбегается. Ну, сейчас нашел тут узмину, тут миляк, глубина, буду ставить на миляке, на глубине. Будем пробовать карасик-живец, крупный карасик, конечно, но ничего, крупный карасик, крупная щука. Все, вперед, взял с собой еще удочку на живца, чтобы без дела не плавать. Буду под камышиками и живцом заодно проходиться. Поставлю штук 7 кружков. И солнце сегодня, конечно, капитальное. Сейчас надо одевать очки и вперед. Здесь первая поклевка. Он самый дальний кружок. Короче, берет по руслу. Надо переставлять все жерлицы на русло. И гоняет по руслу. Вроде видно, малек бегает. Вроде крутит, но очень медленно. Живец не мог перевернуть. Кружок перевернуть это живцу не под сила. Не под силу. Ну, крутится потихоньку. Сейчас подплыву. Не, не крутит. Даже не сбило живца. На миляке выстрелила он одна. И вроде бы крутит. Пошла в глубину. Стояли, молчали. Я уже думал с миляка снимать. Но вот клюнула. Глубина здесь небольшая. Лучше подплывать потише. Чтоб ее не шугать. Она и так он вроде бы как-то тоже бросила. Тоже, видать, мелкая щука не смогла ничего сделать. Вроде бы вот вторая от меня, как щука, взяла, но не может перевернуть. Пыталась перевернуть, но до половины перевернула и хлопнула обратно. Или бросила, или мелкая щука. Вот плаваю 20 минут, уже штуки 3 поклевки, вон, смотрите. Делает, видно, что жует его, жует, а перевернуть кружок не может. Что ты тут мучаешься? Бросила. Поклевка куда-то тянет. Жерлица. Вроде бы неплохо взяла. И неплохая вроде бы щучка. Такая грамм 800 подтянула.
другой жерлице. Вот такая под килограмм щучка. Единственное, что я забыл взять, это зажим. Такая красавица. Две жерлицы уже сбились в кучку. Сейчас их чуть-чуть разведу. Ну, уже веселее, чем на спиннинг. Уже сколько? Штук 5 поклевок. Одну взял. Заберу ее. Вот, на ваших глазах перевернула. Очень нежно. Скорее всего, опять мелкая щука. Сейчас подождем. Пока ведет. Мне хорошо пошло. Начинает ветер дуть. Сейчас будет нести. Это хорошо, когда плацдарм большой. Можно пустить кружки по ветру, чтобы они искали щуку. Но это плохо, когда вокруг камыши. И сейчас все поприбивают к камышу. Так что надо будет сейчас менять место дислокации. Сместимся туда за поворотик. Там затышек. Расставимся там. Ну что, эту жерлицу пойду проверять. Потому что или она там есть, или ее там нет. Здесь нет, она бросила. Повозила чуть и бросила. Уплывал переставить. Вот это, что дольше всех молчало, перевернулась. Я все равно отсюда ухожу, потому что ветер уже сильный. Уже сносит. Хорошая взяла он. Аж завертела, закрутила. Вот вам и затышек. Чуть переехал. Уже поклевки. Короче, тактика ловли. Обязательно надо переставлять жерлицы. Обязательно. На одном месте, если они будут стоять, толку никакого не будет. Только переставлять. Вот. Тоже взяла щучка вот на глазах. Сейчас мы проверим ту, что стреляла перед этим. А та пускай пока еще раз хочет перевернуть вторично. Ну, идет, слава богу, держит. Сейчас эту проверим. Что она здесь бросила? Она и не взяла нормально. Вроде бы как сидит. Хотя... Да, сидит. Сидит, наверное, небольшая. Но сидит. Есть, ага. Небольшой щеленочек. Полкилограммчика. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче... Блин, чё я не взял разжим? Она заглотила. Аж. Пока выпутывал ту щуку с самого горла, с желудка прям доставал крючок. Вон еще одна поклевка. Одна жерлица уже далеко, надо ехать забирать. Сейчас эту проверю и вперед. Вот только отплыл, и там под кустом, где я говорил, опять он горит кружок. Ну, вроде не мотает. Наверное, там сборище мелкой щуки. Сейчас эту переставлю. И ту проверю. Это уже в траве.
цепляюсь. Вот и второй рядом перевернуло. Подряд, короче. Но этот вроде тягает. Хай тягает, сейчас проверю. Ну, следующую перевернула прямо на узмене. Сейчас поплывем. Эту проверим, что тут рядом перевернута еще одна. И ту, что на узмене. Сейчас проверим прямо по центру. Сейчас перезаряжусь быстренько. Тут есть чем подстраховаться. Делаем метра полтора. Достаточно. Тут узмена, тут мелко, тут метра 2-2,5 глубина. 1,5 метра с головой. Сидит тут щучка. Долго она меня ждала. На узмене. Вот плывет, плывет, плывет. Сразу подсечем. Да что такое опять сход? Ну тоже была небольшая. Живец. Еще живой. Еще одна поклевка. Сейчас честно уже аж подустал. Много плавать, переставляться. А там вот сейчас туда выплывать, думал, там задышек. А там тоже ветер. Ну тут сидит щука, видно, что сидит. Прет, прет, от меня уходит. Видать, или чувствует, что я подплываю. Или видит. Ну хорошо, отматывает. Догнать бы. Догнал. Да что такое, а? Вроде ж сидела, все. Хм. Тоже меленькая-меленькая. Чувствовал, что тик-тик. Еле-еле. Живца, по-моему, украла. Ну, живец-то пока не для меня. Да, украла живца. Пока живец не проблема. Но хотелось бы на зиму на жерлице оставить. Сейчас мы зарядим следующего. Опять клюнуло. Не знаю когда, пока плавал до дальней. Уже перевернуто. Ну вот щука под тем камышом видно, что гоняет. И в основном под тем берегом и поклевки основные. Ну щучка сидит. Не знаю какая. По поклевке оно видно, когда кружок ударом переворачивается. Видно, что хорошая щука. А так, когда поклевку не видел, невозможно предугадать, какая щука. Ну, мотает. Мотает неплохо. Вон пошла, пошла, пошла. Уходит от меня. Остановилась. Опять потихоньку идет. Сейчас потихоньку буду брать. Сплыть неудобно, ветер дует. Ушла далеко. Черенок, как я и говорил, вот это такие, тоже сошел. Как я и говорил, мелкие щурята бьют. Живец еще более-менее живой. Поставим его опять. Как такое может быть? Смотрю на последнюю жерлицу. И мне листик показывает, типа она стоит. Я всматриваюсь, всматриваюсь, и она в этот момент переворачивается. Вот как чуйка какая-то, или что это такое? Непонятно. Ну, вроде бы сидит щучка. Но опять же, миляк, узмена. Мелкая рыбка, мелкая щука.
никуда не уходит. Видать, щурята вообще по 100, по 200 грамм сбивают. Живец уже такой, уже третья поклевка на него, уже покоцанный, покоцанный. Не знаю, оставить его. Да, оставлю, наверное. Пускай еще клюет на него. Перевернулось что-то. Только ее поставил, отплыл, тут у меня жерлица не переставит. Смотри, опять перевернута. Или какая-то мелочь не отпускает. Или там что-то хорошее. Одно из двух. Ничего. Одна жерлица стреляет и стреляет, и взять на нее ничего не могу. Переворачивает и бросает, переворачивает и бросает. Что это такое, а? Уже третий раз на нее берет. И третий раз ничего не мотает. Он леска на месте вообще не отмотала. Эту жерлицу я давно ждал, что перевернет. Тут такое место, что щука точно стоит. Но опять мелочь, смотрю, леска на месте. Даже не отмотала ни грамма. Клевок очень много. Вот это уже по центру. Вроде как думал, крупная щука. И что-то опять он. Ну, вроде бы как что-то и сидит. Не пойму. Сейчас попробуем. Нема никого дома. Четвертый раз сработала эта жерлица, я не знаю. Наверное, буду я собираться. Поклевки есть, реализации ноль. Мелкая щука берет, выплевывает. Вот вроде и тягала, пока я плыл, остановилась. На этом все. Буду заканчивать видео. Не забывайте, кто не подписан, подписывайтесь на канал, если вам интересно. Мои рыбалки на малых реках. Других рек у нас нету. Кто подписан, ставьте лайки, если понравилось. Что не понравилось, пишите комментарии. Буду исправляться. Короче, поклевок было много. Но поклевки были все вялые. И все, почти в 80% случаев щука просто бросала. Много сошло, конечно. Перевертышей много, вот только что сидел, один начал переворачиваться, видно, что ударило, и бросило, вернулся назад, встал на место. Ну, вот такая рыбалка, первый день такой хороший морозец, думал, она что-то расшугается, раздуплится насчет жора. Ну, как бы, поклевки были, поклевок много было, но вся щука в основном мелкая. Пару штук поймал, несколько сошло. Ну, может, это виноват живец, потому что на реке я вот, вы смотрели мои весенние видео, там практически было без ходов, когда я на плотву ставил. Ну, плотву купить невозможно, наловить. Наловить, в принципе, возможно, но она живет плохо. Я каждый день на рыбалку не могу ходить, чтобы сегодня наловить, и завтра пойти сразу на рыбалку. То на работе, то осенние дела по-домашнему. Ну, короче, вот такая рыбалка. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Смотрите, что будет дальше.
Я надеюсь, у меня хватит времени снять вам, как я вялю щуку. Вот это специально сегодня взял одну, ну вторую взял, потому что пришлось. Сильно заглотило, хотя вот вроде и плохо берет, а заглотило. Ну вот такая рыбалочка. Пойдет, в принципе, свежий воздух, хорошо, морозец. Не жарко, комары не кусают. Все отлично, все нормально. Подустал, конечно. Много поплавал, сменил три места. Проплыл так, переставляя жерлицы где-то около полукилометра. Туда-назад, на вроде ветра, как бы. Тоже я бы не сказал, что это пассивная рыбалка. Надо плавать, надо искать щуку. Чем больше я поутру переставлялся, тем больше поклевок было. Ну, сейчас все стало. С той стороны ветер, тут типа языка. Оттуда слева дует, оттуда справа дует уже. Переставляться как бы и некуда. Сейчас начну собираться. Может, еще при сборе жерлиц что-то клюнет. Тут у меня есть вот две жерлички, те, что намекали на поклевку. Может, еще. Ну, хотя, я уверен, что там не крупная щука. Смысла нет, пускай лучше уже не переворачивает. Уже собраться по шурику быстренько и домой. Все, пока. Спасибо за просмотры, спасибо за комментарии, кто пишет постоянно. Кто не пишет, пишите. Будем общаться. Будем выяснять. Я тоже как бы вот в кружках я. На жерлице то я много рыбачил в своей жизни, на зимние жерлицы. А на кружки мало, как бы новичок. Может, что-то подскажете, может, что-то не так делаю. Но я же говорю, на одной рыбалке клевало, всю подряд ловил. На другой рыбалке клюет, ничего не могу поймать. Ну, бывает. Все, пока. Ни хвоста, ни чешуи. Щучий омут. Подписывайтесь, смотрите до конца. Пока.